Да, слушаю вас. Здравствуйте, меня зовут Арина, я представляю Тинькофф Банк. Это Диафана Василий Владимирович. Слушаю вас, да. Очень приятно. Мы одобрили вам кредитную карту Тинькофф Платинум с лимитом до 700 тысяч рублей, льготным периодом на покупки до 55 дней и рассрочку в магазинах-партнерах сроком до 12 месяцев. Получите карту, ознакомитесь с условиями, я думаю, что вас заинтересует. Скажите, по какому адресу вам было бы удобно получить карту? А с чего вы взяли, что, то есть, задавая такой вопрос, вы предполагаете, что она мне нужна? Это неправильно так вопрос формулировать. Вы согласны? Ранее вы оставляли заявку на сайте наших партнеров. Банк пересмотрел заявку и одобрил вам кредитную карту. В любом случае, данное предложение для вас сейчас актуально. Договоримся о встрече. Откуда вы вот такую фразу выдумали? В любом случае для вас это предложение актуально. Вот откуда такая фраза у вас появилась? Василий Владимирович, банк пересмотрел заявку и одобрил вам кредитную карту. Услышал. Договоримся о встрече с представителем. Ну, вы уже начали даже вопросы более корректно задавать. Нет, не договоримся. Понимаю вас, но смотрите, кредитную карту вы сможете использовать для хранения своих личных сбережений. Также будете экономить на ежедневных покупках до 30% в виде бонусных баллов. Накопленными баллами вы сможете компенсировать свои расходы определенных категорий. Тем более, карта вам уже одобрена, все, что нужно, это ее забрать. Получите карту, договор, ознакомитесь с условиями. Я думаю, что вас заинтересует и сможете использовать даже на ежедневной основе. Вас проинструктируйте, пожалуйста, как отказаться от ваших звонков, сообщений по электронной почте, СМС и прочих. Вам уже звонили с нашего банка? По-моему, да, неоднократно звонили. Я вас слышала. Василий Владимирович, ну, никто никого не заставляет, просто наше предложение для вас действительно, поэтому мы вас информируем об этом. Вы вопрос, как мой услышали? Повторите, пожалуйста. Василий Владимирович, вы настроены на конструктивный диалог? Вы можете повторить мой вопрос, если вы меня слушаете и вы говорите, что услышали, Я то вас вы можете слышала. повторить. Вы спросили, как отказаться от того, чтобы мы вам звонили и отправляли СМС. А что вы ответили? Я обязана все повторять? Ну, вы ответили на вопрос, как вы считаете? Я думаю, что да. А я думаю, что не ответили. Василий Владимирович, вы спрашиваю еще раз, вы готовы продолжить разговор по поводу карты? Я задал вам вопрос и прошу дать на него ответ прямой, а не косвенный. Хорошо, я вас услышала. Всего доброго, до свидания.